И вернемся к трагедии на перекрестке Ленина-Лесная. 25 июля в результате ДТП там погибла женщина-пешеход. Прокуратура города провела проверку и выявила новые факты по этому делу. Напомню, женщина дожидалась зеленого сигнала светофора, когда на нее на бешеной скорости налетел Hyundai. Он пытался уйти от столкновения с водителем Audi, который начал поворачивать на перекрестке с проспекта Ленина. В ходе прокурорской проверки удалось установить, что у обоих водителей богатый послужной список правонарушений. Рулевой Hyundai не менее 15 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима. За последние 3 года этот человек 4 раза привлекался к ответственности за отсутствие водительских прав. Второй участник ДТП, водитель Audi, не менее 4 раз также привлекался к административной ответственности, в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был лишен прав. То данные личности имеют стабильную склонность к совершению правонарушения, они довольно-таки сформировавшиеся криминогенные личности, и в связи с чем необходимо оказание на них профилактического воздействия, в том числе органами МВД Российской Федерации. Вместе с тем, какая-либо должная результативная профилактическая работа со стороны органов полиции с данными лицами не проводилась. Те цели наказания, которые определены в том числе законодателем, это такие, как предупреждение о совершении новых правонарушений, они в принципе не достигнуты. По фактам выявленных нарушений закона начальнику МВД России по Северодвинску внесено представление. По факту страшного ДТП возбуждено уголовное дело.